Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем работать с сложившимся фундаментальным фоном, влияющим на динамику тех торговых идей, которые мы с вами обсуждаем. Я предлагаю сразу перейти к анализу тех активов, которыми мы спекулируем. Начнем мы с нефтянки, где котировки в принципе держатся на тех же самых уровнях, что и день назад. 65.38. С одной стороны, мы закрепились выше 65. Хочется верить, что покупателям хочется верить, что рост продолжится дальше. Но я сразу хочу сказать, друзья, что впереди есть два очень важных катализатора, которые окончательно определят, что будет с нефтянкой. Не нужно торопиться сейчас с открытием позиций, если вы искали уровни раньше и сейчас считаете, что раз уровень 65 пал, то в целом можем пойти дальше. Мы можем, конечно же, пойти выше, но все-таки потенциал развития нисходящей динамики гораздо выше. Завтра в 5:30 по московскому времени, то есть тогда, когда торги на площадках проводиться не будут, состоится встреча между Си Цзиньпинем и Трампом, в ходе которой будут обсуждаться условия возобновления торговых переговоров, впоследствии направленных на преодоление этого торгового кризиса между ведущими странами мира. Почему я транслирую уже несколько дней подряд негативное настроение, считаю, что никакого прорыва в этих переговорах не будет? Это не мое субъективное мнение, которое опирается там неизвестно на что. Я приводил вам в качестве доводов аргумента со ссылкой на комментарий Трампа, которому в принципе плевать, будет ли это договоренность или нет, будет ли соглашение или нет. Его устраивает все так, как есть сейчас. Но сейчас у нас есть еще и комментарии со стороны Китая, которые обозначили три условия подписания торгового соглашения. Это то, что США оставляют в покое Huawei, то, что США отменяют санкции, пошлины, которые ранее вступили в силу, и то, что Штаты не будут давить на Китай в плане того, чтобы Пекин увеличивал закупки американских товаров. Но вы понимаете, друзья, что таковому, этому раскладу, этому развитию событий, быть не быть. И, соответственно, ожидания негативные. Я думаю, что Китай точно не прыгнет выше головы. Соответственно, их вроде бы как и тоже особо не сильно заботит, в конце концов, какой итог будет этих переговоров. Но в любом случае, негатив, накопленный с обоих сторон сейчас, лично мне дает возможность транслировать идею того, что этого прорыва не будет. И второй момент, на который я обращаю ваше внимание, друзья, это сделка ОПЕК плюс, точнее, возможность ее продления на второе полугодие. Этот вопрос будет обсуждать 1 и 2 июля. Мы, безусловно, ближе к делу поговорим конкретнее. Ну и уже на следующей неделе будем работать с общим фундаментом, с результатами обоих вот этих фундаментальных крутых событий. И в идеале бы, если так уж все сложится, что отработает идея продаж нефтянки, мы будем ее опирать на перспективы замедления мирового экономического роста, последующего спроса на углеводороды и возможность того, что сделка ОПЕК просто не будет пролонгирована на второе полугодие 2019 года. Среди прочих факторов я пока не вижу того, на что можно обратить внимание. Ближневосточный фон, он идет где-то рядом, но пока вроде бы как все спокойно. Военная кампания чисто гипотетический риск, и давайте оставим в покое. Доллар-иена 107.62, я предлагаю тоже пока что оставить в покое и этот дуэт валютных активов. Мы вернемся, друзья, к продажам. Чуть позже сейчас давайте сделаем ставку на снижение рисковых инструментов австралийца, новозеландца, евро и фунта. По доллару канадцу, как вы наверняка могли заметить, несколько дней назад инициатива перешла к покупателям, поскольку действительно охладился энтузиазм участников рынка, настраивающихся на более агрессивный подход Федрезерва к снижению процентных ставок. На основании комментариев Булларда и, собственно, Джерома Пауэлла, который снова решил сделать акцент на то, что ФРС независимый институт и не зависит он прежде всего от политической воли США. Но участники рынка высмотрели в этом намек на то, что ФРС в лице Джерома Пауэлла может
таким образом решить не удовлетворять своего рода поручение американского президента Дональда Трампа, который призывал уже еще несколько месяцев назад, сейчас делать все это активнее, ФРС к снижению процентных ставок. Очень многое будет зависеть от последующих макроэкономических данных. Сегодня у нас личные доходы, личные расходы. Вчера вышли темпы экономического роста по ВВП. В принципе, показатель тот же 3,1 с 3,1. То есть изменений нет. И я думаю, что это больше негатив. Я предлагаю к всем этим отчетам, друзья, вернуться уже на следующей неделе, может быть, даже в понедельник, и детальнее поговорить о том, что у нас есть в плане фундамента и как мы можем использовать это в идее дальнейшего потенциального снижения процентных ставок. Но сейчас давайте поговорим больше о евро, который снижается 1.1361. Евро ждал, когда же участники рынка перестанут отыгрывать возможное июльское снижение процентных ставок Федрезервом. И сейчас это уже, в принципе, ну, очевидно для всех. Эта идея отработалась, и участники рынка снова переключились вот на риски регионального характера. Евро, собственно, 1.1361. Доходности облигаций немецких находятся на минимумах. В частности, статистика, вы сами прекрасно видите и знаете, хуже некуда. Инфляционные ожидания также снижаются. Сегодня в 12.00 базовая инфляция. Я считаю, что показатель будет на прежнем уровне 0,8%. Это в лучшем случае, это негатив все равно для главного валютного риска. В общем, ждем евро гораздо ниже. Фунт против доллара тоже без каких-то новых вводных. 1,2668. Мы ждем пару на отметке 1,25. Доллар канадец 1,3095. Сейчас нужно немножко потерпеть. В 15.30 выйдут данные по темпом экономического роста Канады. Цифра прогнозируется довольно-таки плохая. С 0,5% мы можем увидеть показатель 0,1%. Разумеется, на фоне замедления темпов экономического роста будет целесообразно все-таки охладить также ожидание того, что Банк Канады не станет снижать процентную ставку в этом году. Я думаю, что станет, друзья, потому что не может обстоять так хорошо ситуация с инфляцией. Если вы делаете вывод о том, что инфляция действительно выросла по итогам последнего отчета, не торопитесь с выводами, потому что что-то там неладное. Я уверен, что индекс потребительских цен все-таки медианная, средняя будет переписана, и мы уйдем на более нормальный уровень, она ниже текущих значений, которые мы получили вот неделю назад. Если темпы экономического роста еще укажут на спад экономики, я думаю, что будет еще один сигнал того, что канадцы нужно продавать. И, конечно же, супер поддержка может прийти со стороны снижения цен на углеводороды. Друзья, еще раз повторяюсь, очень важное событие в эту субботу. Соответственно, в понедельник мы настраиваемся на то, что рынки могут открыться с гэпом. Заранее контролируйте риски, это очень важно. В понедельник вас всех жду на нашем очередном брифинге. Будем разбирать снова фундаментальный фонд. На этом все. Всего доброго. До свидания.